И ладно. Титан и Птинг. Окей, что интересно. И всем привет, с вами Макс Риск. Четко ушло. Так, мы сегодня поиграем в нового Титана, обновить. Но обновление вышло, прикиньте. Окей, обновляем. Первая катка. Так, что там будет, интересно. Я вообще не в курсе, что это катка. Сражайся. Ну, ладно, в принципе, одну игру можно. Прикиньте, тут у нас такие игры. А с кем сражаться? Можно онлайн. Выходите, выводите особы драконом. Ага. Ну, и сейчас такая игра, ну ладно, в принципе. Если тут столько скачаний, столько там поддержек, лайков, там, не помню. Валом их, так что мог. Приятно. Просмотр. Лайк, подписка. Пикснейд. Дреймворд. Прикольный компания. Я прям попкорн возьму. Так, окей, я понял, блин, соглашение. Только как-то английского, как все. Вот, наверное, четко карта. Это, блин, все мультяшно. Возвращаем. Ну что ж там? Видно. Драго, давай уже, блин. Сейчас похоже, кстати, там. Это же какой-то хороший наша. Попадает, то есть нужно всех поубить, да? Ну, в принципе, если вам понравится, то буду продолжать. Так, давайте, я еще готов убивать их. Нужно у дракончика там, не знаю. Это кого-то героя. Нажимаю, значит, на панельку. Вот героя, да, видно, как мы убрали. Если вам понравится, конечно, будет продолжать. Так, ну что, дракончик прокачанный. Маленький, потом взрослый, видно. Второй левел. Это нестабильно. Но, значит, первый совет в этой игре — хай будет стабильность. Почему как-то все взрослые, вот, понимаю. То есть маленький хайт тренируется, а взрослые идут. Ну, в принципе, можно. Но, ладно. Каждый свой цвет, да, значит. Вот, давай, на ему вот так, вот. Можем прям направить, слушайте. Да, в принципе. Есть еще одна похожая игра. Давайте ее тоже затестим. А то я хотел ту игру играть.
Я не ждал такой игры. Чему? Я так теперь немножко расстроен, нормально. Так, давайте немножко. Обзор сделан. Бион Драгон, ну это чтоб там он заселился, да? На, сядьте. Так, ты тоже. А, это прокачка, ты что ты не делаете? Да, для прокачки, слушайте. Жертвы так нельзя, слушайте, мне не нравится. Все. Все, хватит. Больно. Я их потратил. О, у нас будет демон. Прикольно. Я за этого хочу. Что это такое? Скачай Doom Island Content. Давай-ка. Вроде бы можно. Twinsville Unstoken FM Moments. Ну, для подписчиков можно. Давай-ка. Блин, он есть такая игра, которая будет просто классная. Сейчас хочется какую-то. Давно игры играю, что не знаешь, как выбрать. Ага, такая проблема. Ну, есть еще одна. Но если он меньше 18, то нет. Просто без его машины пократься. Прикольная тема. Записали ролик. Такое, что не тема. Блин, я хочу этого демона. Синего. Как там зовут? Значит, так вот. Ладно, давай еще с ним. Повозимся. Так, давайте, направляем. Атаку на любого персонажа. На более сильнее, да? Кстати, хотели бы, чтобы я Майнкрафт записал? О, что упадает? Майнкрафт, пиши комментарий. Я был на Майнкрафте. Так, скоро уже будет конец. Большой, кстати, дракончик. Так, красиво сделан, но вы знаете, блин. Ну ладно, в принципе, на язычном будут рады. Потому что это другая страна, и у них другая политика. Не знаю, что классно, что не классно. А вот мне что-то не нравится. Ну вот это вот нравится, да, дракончик реалистичный, крышка, да. Ну, а что-то тут не то, что-то тут не то. Не раз идет. В общем, 1000 рыб. Да блин, что ж такое, а? Так, я ждал дракончика. Ну блин, сразу убит. А, нет. Ну, вот карта, чтобы выйти. Ладно, друзья, как-то я сейчас не кайф в эту игру играть. Может, потом продолжу. А сейчас всадника Алуха. Это реально, наверное, прикольнейший. Ой, я думаю, так правильно. Игра. Вот. Лучше, чем там. Вован Дисней, Творц. Ура! Гость, это два гость сначала. Всходящий Алуха. Викинги и драконы потрулись на славу, чтобы сделать Олух еще лучше обновление игры. Обновление игры, блин, вот как-то обновляют чаще, как я понял. И там и там. 2021-7 января. Да ладно, все это подожди. Я месяц не делал. А че там? Вот что мне нравится. Во. Битвы. Ну хоть как-то. Немножко. Вот как черепашка он там ниндзя. Вот эта компания, блин. Которую мы играем, набить что-то еще новое. Что-то как-то она меня уже не интересует, и компания, блин. Вот нового. Че он обновляет куча? Реально игра обновляющая. Много обещающая. Скоро. Скоро какая-то игра, то ладно уже. Ну прикольно. А зем обзор. Обзор. Звучат книга дракона, глава первая. Глава вторая. Разовая загрузка. Новый год, в принципе. Видите, Новый год. Мы ведь не используем VPN. Точнее, да, интернет.
Можно без интернета, в принципе, это долго еще. Значит, игра бесплатная, это круто. Без рекламы, круто. Включения начались. Да я жду, блин, 100 лет, блин. Когда они начнутся? Подключение начинается. Ага, наконец. Мы уже 10 лет. Начнется. Опа-на, наконец-то. Ох, олух. Блин, да я уже помню, что олух. Я репту, по-моему, кому давал. Это игре 5 лет. На старого. Да ладно, мы можем. На не, да. Ну а что если я пройду сюда что-то? Лицо это вывести, это прикольно тоже. Вот нам питомец. А я помню это. Я это помню, блин. Старый, а, ну. Понял. А куда ты летишь? А, арена. Бывать, а сражаться, да, типа, я знаю. Все уже, да? Может, ускорили. А на рыбку добывают. Там арена. Там где-то рыбка. Окей, в принципе. Зачем выживание? Да, разработчик один постарался, возможно, с компанией, не знаю. Наверное, постарался. Они будут вам давать что, что хотите вообще-то. Прикольно, мне нравилось раньше. Потом как-то уже удалил из игру. Строим. Да, комикс. Давай, либо и бить, ладно. Вот тогда бы кайфовать. А чё дальше? Ну блин, я этого не ждал. О. Вот бы реально взять купить карту, вот я только кайфовать. Купить карту. И показывать вам, в принципе, менять. Максимум столько драконов. Ну, в принципе, можно, дракончик. А когда мы начнем? Это самый выгодный способ. Это прям вот так как там. Повысить уровень безумника. Безубика. Справляйся, это да, до свидания вообще. Это фанат тот бы кайфовать. Мне уже не надо. Раньше бы офигенный фанат. Не знаю, что тут. Вот клитву самое интересное. Жалко. Он вроде про это говорил.
срубить деревья, ну да. Оставляю трубу здесь, класс. Битва, битва, о. Эй, все, поздравляю, буду на питомнице. Вот он, вывести. Необходимо что-то тут. В общем, как это такая вот жизнь, друзья. Поиск домин. Так, снова бесплатно можно. Рыбкин. На что бы любик там искал. Такое существо. Ну, ну ладно, в принципе. Так, спасибо. Покормить. Безубик, а потом что он квест, что новое. Это прикольно. Да, это. Ну блин, я хотел бои, в принципе, легендарные. И схватки. Вперед. Пиши дракона уровня. А ну-ка возвращайся. Вот, блин, вечно что улучшать, да? А максимум нормального дракона не ходила викинги. В общем, все нужно. Можно будет наклацаем, если что-то получится в реально. Так, все, викинг. Готов. А как нам еще видно? Давайте поговорим, чтобы было квест отменять по бронку. Да, тут дело дрянь, ну ладно. Это может так бесконечно устроить. Незнакомство. Ну, прикольно, прикольно. Достигнуть. Вон, что-то нет. Лучше дракона ровно сути. А какого дракончика? А хоть арену, не понимаю, где арена? Да нет. Ой, так мне денег, сорок. Офигеть, да? Ну давай снова. Может, можно так задержаться, что шок. Спать можно. О. Ну давай сразу, окей. Уже выполнил. Ха. Только зданий тут лишних. У меня. Не, ну ладно, в принципе, да, что делать. Потому что другой спадешь. А
повысить уровень дракона. Но как? На. Блин, я угадал. Все. Качать, там, санировать. Викинги я уже готов, блин, уже. Да сколько тут лет можно тут, о. Ладно, в следующей серии. Всем за просмотр, с вами был Макс Риск, я в Шекспире. Реально хочет каждую серию, чтобы я так... Блин. Обычно. Ладно, что там может быть, прокачать можно? На ура. Ладно, может я иди зарублю. Потом будет что-то новое идти, сказать. А что там? А теперь ты здесь местишься, еще не понимаю. Ты там, ты же там еще. А, ты на терпит место. Ну ладно, ты. Все, дерево добывай. А ты что? Доски. Или доски добывай. Мама это все, да? Всем за просмотр, сам Макс Риск, всем удачи и пока. Ждите следующую серию, если будет много лайков, продолжим. Обязательно пишите в свежие комментарии, чтобы я вам засек. Пока.